Aziz dostlar, söz Özbekistan Respublikası Prezidenti İslam Abdüğaniyeviç Karimovke. Aziz vatandaşlar, muhtaram mehmonlar, do'stlar, barchangizni ulug' va muqaddas bayram O'zbekiston Respublikasining mustaqillik kuni 1 yiliga bilan chin yuragimdan tabriklayman. Erk bayrami, ozodlik shodoniyasi xalqimizga qutlug' bo'lsin. Shu jonajon diyorimiz, vatanimiz, zaminimiz uchun butun borligimizni beramiz. Tanlagan yo'limizdan qaytmaymiz. Istiqlolimiz uchun butun hayotimizni millatimizga Tangrimiz ato qilgan oliy janob fazilatlarimizni, fidoiy mehnatimizni bag'ishlaymiz. Aziz do'stlar, hammamizni yuragimizda bo'lgan muqaddas odatlarimizni eslab tilagimizni aytsam. Ilohim, yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik, fayzu baraka ato qilsin. Balo qazodan asrasin. Farzandlarimizni, barcha ahli mu'minlarni, fuqarolarimizni baxtli saodatli qilsin. Ularni ezgu niyatlariga yetkazsin, mustaqilimizga quvvat bersin, yomon ko'zdan asrasin. Hammamiz birgalikda, ahillikda o'zligimizni namoyon etib, ota-bobolarimizning ruhini shod aylaylik. Ulug' va mo'tabar ishlarimizda Alloh taoloning o'zi madadkor bo'lg'ay. Yashasin milliy mustaqilligimiz. Yaşasın Özbekistan istiklali. Я работал уже в Москве, я знал, что делается с Узбекистаном со стороны центрального правительства Советского Союза. С народом, вы понимаете, народом. Это была по существу травля народа. Это по существу был геноцид. И сегодня вспоминаю это с болью на душе. Я член Политбюро, приходил на заседание Политбюро, на узком заседании, и там 10-11 человек наш, закрытый. И Горбачев через день поднимает вопрос. В Узбекистане тот взяточник, в Узбекистане та коррупция, то другое. А Лигачев каждый раз вытаскивает список, что вот весь 20 человек из Рязани, из Брянска, из Орла, из Тамбова, из Ярославля, простых инструкторов райкомов или там работник исполкома посылают на должность руководителей районов, городов и областей. В таком тяжелейшем положении был Узбекистан. Ислам Каримов оказался человек, который поднялся и противостоял всему тому, той несправедливости, еще во времена Советского Союза, и проявил мужество, и перед этим мужеством все отступили. Маркез яна хавотирга тушиб қолди. Минтақамиз халқлари ўртасига яна адоват уруғини сепмоқчи бўлди. Қирғизистоннинг Уш вилоятида қардош ўзбек ва қирғиз халқларини уруштириб қўймоқчи бўлишди. Ажратиб ташла ва бошқаравер усули яна қўлланилди. Ammo bu qora niyat ham amalga oshmadi. Adovat olovi yana vazminlik va bag'rikenglik bilan bostirildi. Без эмоций говорить об этом невозможно. Когда здесь, на границе с Киргизией, в Баше происходили трагические события, я трижды звонил Лукьяну отсюда, из Ташкента. Я уже не буду называть других деятелей, Горбачева и других, к которым я лично обращался и просил, если хотите, умолял. Люди гибнут там. Кровь, которая завтра может взорвать всю Среднюю Азию. Помогите.
И что мы получали в ответ? Только мы сами здесь, узбеки и киргизы, решили эту проблему. Только разум, только благоразумие наших людей, нашего народа позволило предотвратить огромную катастрофу. Поэтому у меня одно только пожелание. Не надо мешать Узбекистану, не надо мешать другим республикам, которые строят свое будущее, мешать строить это будущее собственными руками. И Ислам Абдуганиевич это доказал в 90-91 годах. Он сыграл, я всегда это подчеркиваю, говорю, сыграл выдающуюся роль в ликвидации последствий Ошской трагедии. И сегодня я считаю, что наши страны, Кыргызстан с Узбекистаном, имеют самые наилучшие отношения во всех отношениях. Я считаю, что это благодаря выдающемуся вкладу Ислама Абдуганиевича, о котором кыргызский народ всегда будет помнить, потому что иначе, знаете, Кыргызстан был бы, я это открыто скажу, отброшен на десятилетия назад. Есть какие-то звезды вообще, как люди, которым предначертано вести. Вот я к такой категории людей отношу президента вашего. Это, на мой взгляд, я убежден в этом, знаю его и могу сравнивать с другими. Это выдающаяся личность, которая уже сыграла, которая никогда не идет и уйдет из истории узбекского народа, потому что он спас его от трагедии. И справедливо сказано в Талмуде, человек, спасший одну жизнь, спас мир. Он с 1000 жизней спас. И в Аше, и в Фергане, и в других местах. Этого никогда никому не дано забыть. Этого нельзя забывать, это история. Сегодня важно учесть, что одной из главных причин разжигания региональных и межнациональных противоречий на примере постсоветского пространства, наряду с рецидивами прошлого, зачастую является неравенство и бедственное положение людей, которые испытывают сегодня огромные лишения. Сегодня я хотел бы еще раз обратить внимание СБСЕ на положение дел в Таджикистане, многострадальному 5-миллионному населению которого бездейственной международной гуманитарной помощи крайне трудно будет пережить наступившую зиму. Душанбе, поджоги, избиения, грабежи, бесчинства, убийства, разгул обезумевшей толпы в самом центре города. Предчувствия не обманули. Беда стучалась в городские ворота, в двери каждого дома. Слухами полнились рынки, очереди, предприятия, институты, школы. Беда все отчетливо обретала черты неотвратимости. Люди умирали за очередь на хлеб ежесуточно в городе Кулябе по 3-4 человека. И ждали. И ежедневно ждали. Молили Богу, молились, чтобы не портился погода. И ежесуточно из Термеза именно помощью многоуважаемого Ислама Абдуганиевича и народ Узбекистана было ежесуточно отправлено в Куляб 17-ми вертолетами мука. Вот дети считали, когда летели вертолеты, считали, если сегодня приземлится 17 вертолетов, то значит хлебзавод работает. То что они не умрут с голода. Президент Ислам Каримов, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Юксак Минбардан туриб, ҳозир дунёда содир бўлаётган воқеаларга муносабатини билдирди. O'zbekiston Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va hamkorlik masalalari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy ishlovchi seminari chaqirilishini ayni muddao deb hisoblaydi. Tinchlik o'rnatilishida qadimiy an'analarga ega bo'lgan xalqaro hamkorlik va millatlararo totuvlik ruhi bilan yo'g'rilgan shahar sifatida Toshkent Birlashgan Millatlar Tashkilotining ana shunday seminari o'tkaziladigan joy bo'lishga tayyor. Aynan O'zbekiston tashabbusi bilan Afg'on urushini tinch yo'llar bilan hal etishga qaratilgan 6+2 xalqaro guruhi tashkil etildi. Aynan O'zbekistonning sa'y-harakatlari bilan dunyo hamjamiyati Afg'oniston muammosiga jiddiy qaray boshladi.
O'zbekistonning afg'on muammosiga shunchalik jiddiyat bilan, xavotir bilan qarashi bejiz emas edi. Har qanday davlat rahbariyati qo'shni davlatlarning tinchligini o'ylaganida tabiiyki, o'z davlatining ham tinchligini ko'zlaydi. Bu tabiiy hol. O'zbekiston prezidenti ham mamlakat tinchligini o'yladi. Это благодаря его мудрой политике, так сказать, ему удалось вывести страну на такую высоту, без потрясений, без жертв, без кровопролития. Самый наисложнейший. O'zbekistonning bu o'rinda men o'zbek millatini nazarda tutmoqdaman. Taqdir o'zini shunday bir maromga burildiki, siyosiy seleksiya hodisasi sodir bo'ldi. Bu seleksiya siyosiy tarixiy sahnaga bir shaxsni olib keldi. U Islom Karimov edi. Ba'zida bitta odam irodasi va qat'iyati sabab o'zining millat oldidagi ahamiyati va missiyasini anglab yetgani holda uning taqdirida o'ta muhim va hal qiluvchi o'rin tutadi. Islom Karimov timsolida shu voqea sodir bo'ldi. U bizning zamonaviy Turkiston tariximizda ulkan o'rin tutuvchi shaxsdir. O'zbek xalqi mana shunday ulug' rahbarga, ulug' yo'lboshchiga munosib edi. Matonatli, shijoatli, qo'rqmas, kelajakni oldindan ko'radigan, rejalarini aniq qilib belgilaydigan. Mana shu tinchlik, mana shu barqarorlik ertangi kunimizni himoya qilishga men jonimni berishga tayyorman. Bu qalbimdan, butun vujudimdan gapiradigan gap. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Can